привет, дорогие друзья, меня зовут Валентин, и в руках у меня наконец-то не корейские инструменты, наконец-то не японский Джексон за 400 баксов, а трушный американский сингл-кат от компании Polaroid Smith, Крис Хендерсон с тремя хамбакерами. Мое знакомство с компанией Polaroid Smith началось примерно года 3 назад. В то время я попробовал кастомную модель, конечно, самую знаменитую компании. Попробовал Single Cut, вот такой вариант. И был у меня в наличии пьезо модель. В то время она только вышла. Это пьезо P22. Потрясающая модель, которая просто взорвала мне мозг. И гитары всей компании на меня произвели большое впечатление, как не просто инструменты, которые сделаны охрененно качественно, которые охрененно круто выглядят, да и которые звучат просто потрясающе. Вот. Но, соответственно, конечно, и ценой, потому что... Раньше в моей голове звучал голос, что гитара твоей мечты — это Gibson Les Paul Custom, допустим, там 70-х годов или 80-х, что это вот прямо тот самый сочный, самый лучший звук, и другого звука быть не может. Ну, если, конечно, брать Les Paul, опять же. Но после того, как я поиграл на этих кастомах, после того, как я поиграл на других гитарах, после того, как я взял в руки подобные инструменты, мой мозг хреном взорвался, потому что... Прогресс не стоит на месте. Прогресс не стоит на месте, и они, блин, просто шедевральны. Они производят на тебя впечатление не просто инструменты, которые ты искал, а инструменты, к которым ты шел, но не знал, что ты выходишь. Это очень тяжело объяснить словами. Это звучит как определенная религия. Но тем не менее, мой друг Влад, с которым мы делали обзор на два Private Stock, я думаю, там было видно, как он фанатеет от этих гитар, и он фанатеет от них гораздо больше, чем я, поэтому это нужно иметь в виду, я все-таки фан SP. У него было очень много разных гитар, и остановился он именно на PRS, коих сейчас очень много привозят, и привозят в основном те модели, которых просто вообще не было в России или в других странах. Опять же, эту гитару он мне и привез на обзор. А теперь давайте расскажу про эту гитару поподробнее. Я держу в руках подписной инструмент Криса Хендерсона из Three Doors Down. Это его первый, по-моему, единственный инструмент. Конкретно эта гитара сделана в 2008 году и сделана по форме Single Cut и приближенная, ну, к Gibson Les Paul, скажем так. Опять же, тут две крутилки громкости, две крутилки тона. Корпус гитары, как у всех синглкатов, сделан из красного дерева с очень красивым и потрясающим кленовым топом. В отличие от гитар, опять же, от Les Paul'ов, тут топ выглядит гораздо красивее, он не такой белый, а более рельефный, цвета дерева. И мне кажется, что он даже толще. Даже не кажется, а это так и есть. Гриф гитары сделан также из красного дерева с накладкой из палисандра. Thank you.
Ну и самое интересное, что бросается в глаза, это наличие трех хамбакеров. Я уверен, что вы включили это видео только чтобы узнать, нафига здесь три хамбакера и что это за извращенство. На самом деле нет, это старая тема еще с 60-х. Боже, это посмотрите первые клипы Kiss, там, по-моему, тоже у гитариста был гитара с тремя хамбакерами. Многие думают, что третий хамбакер в гитаре это какой-то понт, и это, в этом нет смысла. Они и правы, и не правы. Понтов здесь нет. Это действительно меняет звучание инструмента, и действительно в этом есть смысл. Опять же, в дальнейшем апгрейде, как, например, поставить сюда сингл или ну что угодно. Но сказать, что третий хамбакер как-то кардинально меняет звучание инструмента, я тоже не могу. Тут сделано все по очень простой схеме. Тут есть пуш-пул, который включает и отключает хамбакер в средней позиции. Вот так вот. И, собственно, как это звучит? Это звучит как третий хамбакер. Именно такая тавтология, и ничего лучше сказать нельзя, потому что я вот игрался, 2 недели слушал, выменял позиции, и это не сингл. То есть, если в фендерах стоит 3 сингла, и ты меняешь какую-то позицию, там 3-я, 4-я, 5-я, то ты слышишь определенно большую разницу. Здесь какая-то разница, она есть, но скажу вам честно, ее очень мало. Опять же, вы сами услышите. Касательно датчиков, здесь в бридже стоит знаменитый PRS-250, если сравнить по звуку, то это что-то возле Seymour Duncan SH4 и ну, вот этой серии. А в средней позиции и в неке, то есть здесь одинаковый датчик, стоит PRS-7, то есть одинаковый датчик. Средний датчик втоплен вниз для того, чтобы не было большого выхлопа тебе в лицо. И на отсечке, опять же на чистом звуке, это звучит потрясающе, вот как-то так вот звучит, если вы понимаете, о чем я. Короче говоря, третий хамбакер на чистом звуке дает что-то типа отсечки, опять же появляется более глубокое звучание, в отличие от обычного хамбакера. А на перегрузе это уже совершенно другой звук, не похожий на то, что обычно бывает, когда у хамбакера есть отсечка, вот это вот придешь. Тут, наоборот, есть более плотная середина появляется, немного падает гейн, но при этом не падает читаемость, что очень классно. И, опять же, это все вкупе звучит круто. Короче говоря, я пытаюсь подвести к тому, что третий хамбакер работает по аналогии с обычным превращением хамбакера в сингл, только здесь это звучит по-другому. Тяжело объяснить, потому что, скажем так, опять солнце мне мешает. Солнце, прекрати прыгать туда-сюда, ты мне кадр портишь. Это же натуральное освещение, это же круто. К чему я? Само собой, я не могу не рассказать о том, какой инструмент красивый, ведь это часть того, чем славится компания. Корпус, который сделан в цвете табака Burst, он же ну просто красивый, вы же видите вот эту полосочку, которая переходит, это дерево, вот это просто, просто охрененно, эти птички. Какие они красивые. Ну честно, это очень красиво, это очень потрясающе выглядит, и что еще стоит отметить, инструмент не тяжелый. То есть, он не весит столько, сколько весил тот Gibson Custom. Гриф на гитаре потрясающе удобный, тебе одно удовольствие играть. Я не знаю, как это можно щепить на камеру, блядь, это просто потрясающе! Это просто потрясающе. Что еще стоит рассказать, раз уж я разгорячился? Также очень хочется рассказать про бридж, который стоит на гитаре. Это Stoptail, также разработка компании, в отличие от тюнаметиков и остальных. Он сделан немного по другой технологии, опять же, тут и струны по-другому ставятся. И если сравнивать с тюнаматиком, он гораздо удобнее, на него лучше и мягче ложится рука, ничего не скользит, ничего не мешает, как это бывает. Опять же, такие мелочи, они тебя просто покупают. Что говорить, это инновации. Также здесь стоит локовая система, в отличие от
системы, которая обычно бывает за колками, как у шалеров остальных, здесь она стоит сверху. И тут фанаты гитары могут сказать, что это тоже инновации, и компания первым это сделала. А есть такой момент, когда фанаты этой компании, PRS, они говорят, что вот, типа, вот, притч такой, вот, типа, мы первые это придумали. Конечно же, нет. Опять же, можно вспомнить гитары Джексон конца 80-х, начала 90-х, на коих еще играл Дэйв Мастейн. Вот, у них также сверху была подобная локовая система, только, по-моему, там это было сделано немного по-другому. Тем не менее, это тоже не инновации. Подведя итоги, сложно сказать о каких-то минусах в инструменте, потому что гитара находится в том ценовом диапазоне, где гитары просто плохо уже не делаются. Тут уже либо это ваше личное предпочтение, либо нет. Мне инструмент понравился, купил бы ли я его? Нет. Не купил бы, потому что нахуй. Мне третий хамбакер, извините, но я в своих роликах говорю правду, и я, ну, типа, серьезно, ребята, я, конечно, вам рассказал в этом выпуске о том, как он звучит, и о том, что в этом, конечно, есть смысл, но, серьезно, это не меняет как-то кардинально звучание гитары, это просто, третий хамбакер и все. На самом деле, серьезно, то есть, я не буду им пользоваться. Да, это круто, если бы у меня была какая-нибудь гитара, с третьим хамбакером, вот, мне бы, не знаю, подарили, или я бы его купил, потому что у меня были бы деньги, да. Почему бы нет, да, если бы это мой, допустим, если бы это был мой третий инструмент, или четвертый, да, я его купил, и это было бы классно, но мне он не нужен. Какую-то потребность в этом я тоже не нахожу. Часто в своих обзорах я говорю о том, что очень люблю подписные инструменты, и это, опять же, имеет смысл, потому что обычные гитары, они стоковые, стальные, они сделаны, чтобы угодить всем. А подписной инструмент – это инструмент, где находится все так, как хочет один человек. И если ваши предпочтения с этим человеком совпадают, то вы получаете практически кастом инструмент для вас, где будет все так, как вы хотите. И это очень потрясающе. В данном случае это не мой инструмент, само собой. Но, опять же, если бы у меня были деньги, я бы его купил. И это не то, что, типа, если бы у меня были деньги, я купил, так можно сказать, про любую гитару. Нет, конечно. Вот, например, Ибанес, у меня бы были деньги, но я бы его не купил, потому что зачем мне Ибанес? Хотя, разве что исключение, модель Пола Гилберта, она, имоверно, круто выглядит. Поэтому данный инструмент подойдет неопределенно для любителей Криса Хендерсона и этой музыки. Я вообще группу Shadows Down, если честно, не особо-то и знаю. Он подойдет для человека, который хочет себе инструмент, который не похож на все остальное, который будет выделяться, который выделяется и внешним видом, и звучанием. Давайте не будем говорить про третий хамбакер без третьего хамбакера. Гитара выглядит просто охренительно. Гитара очень красивая, потрясающе звучит. Допустим, вы ищете подобный инструмент, PRS, Single Cut, или Custom, или стальную модель. И вот он. Вот, это Single Cut, можно сказать, Custom. То есть, серьезно, опять же, он стоит дороже обычных Single Cut'ов. И здесь он сделан качественнее, здесь он на порядок выше сделан по уровню. Поэтому вы получаете примерно кастомную модель в серии PRS, только Single Cut. А, к слову, насколько я помню, конкретно Single Cut Custom у них и нету. Если вы ищете инструмент, который будет и своеобразный, и уникальный, и, опять же, что очень важно, универсальный, потому что для кого-то своеобразный уникальный инструмент — это какой-нибудь восьмиструнный шекстер или там семиструнный дин. Но, скажем так, они как бы не будут звучать как Гибсон. А данный инструмент может. Если вы захотите поиграть Led Zeppelin, пожалуйста, он будет звучать как Led Zeppelin. Это серьезно, говорю, с осечкой, он звучит как именно вот этот звук 70-х такой, легкоподгейновый и такое. Очень вкусно. А если вы играете мясо и подобную музыку, то опять же этот инструмент будет охрененно, потому что он очень плотно может звучать. Я проверял. Спасибо, что посмотрели это видео. Как и всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите, что еще есть на канале. Там много всего интересного. И до следующего гитарного обзора. Да пребудет с вами рок. Пока!